Здравствуйте, с вами Светлана. И я от 12 августа объявляла конкурс. Как обычно, простые правила у меня на канале. Под видео от 12 августа написать «Участвую» и написать, в какой населенный пункт мы едем отдыхать на море. На Черноморье, наше Черноморье. И открыть подписку. Все просто. Открытая подписка, чтобы когда выбирался победитель, было видно, что вы подписаны. Это для подписчиков, так что подписывайтесь, кто не подписан. И от 12 августа под видео написать «Участвую». И населенный пункт, как вы думаете, куда мы поедем отдыхать. Это, я так думаю, интересный конкурс. Вы пофантазируете, вы, возможно, даже угадаете, потому что ничего сложного нет. Очень красивый, ухоженный, черноморский населенный пункт. Призом будет что-то, я не знаю что, но что-то привезенное с моря. Мы выберем этот приз. Вместе с вами, вы будете с нами в том населенном пункте. Будем с вами выбирать победителю этот приз. Что-то связанное с морем, аромат моря, солнце. Это вот будет что-то такое интересное. И заключение конкурса будет 30 августа. До 30 августа пишите, фантазируйте. Подарки, я думаю, всем понравятся, потому что морские подарки всем нравятся. Будет два приза. Два победителя будет, девочки. Просто мне очень хочется, кто, возможно, в этом году не получилось поехать на море, я вам подарю маленький кусочек моря. Ну, не в самом смысле, что кусочек моря, но оттуда привезенный какой-то подарок. Все, а с вами была Светлана. Пока-пока! Здравствуйте, с вами Светлана. И сегодня я получила долгожданную посылку. Мне предложили сотрудничество, интернет-магазин текстильных изделий, текстильный угол. Я выбрала три изделия и вам покажу, что я выбрала. Обязательно будет с примеркой. Я люблю примерять и вам покажу, какое изделие, какого качества. Я уже вскрыла, чтобы не шуршать. Так. Что у нас здесь будет? Первое изделие это у нас вот такая вот туника. Туника изделие восточного типа, очень приятное на ощупь. Материал у нас вискоза. Вискоза приятная, тонкая вискоза. Размеры на сайте идут с 46 по 62. 46-62. Обязательно примерю, обязательно вам все покажу. Давайте посмотрим качество изделия. Это у нас низ тунички. Здесь у них текстильный угол, размер и адрес с сайтом. Ссылочка обязательно будет под видео на интернет-магазин. Швы. Я люблю смотреть швы. Это, можно сказать, изнанка, это лицо самого изделия. Если здесь все замечательно, то и с изнанки ткань и изделие должно быть в порядке. Давайте вот смотреть. Я в каждом своем обзоре показываю обязательно швы и прострочки. Все нормально. Затем давайте посмотрим рукава. Швы и прострочка.
Все замечательно. Примерю, обязательно покажу. Затем еще одну тунику я заказывала. Давайте ее посмотрим. Какая красота! Очень красиво. А, туника называется Тунис. А, размер 44 по 58. Ткань вискоза. Очень мягкая, приятная, нежная на ощупь. Так, обратная сторона. Все в порядке. Примерю, обязательно вам покажу. И третья вещь. Третье изделие. Это у нас спортивный костюм. Называется «Высота». Так, это свитшот костюма. Принт такой очень приятный, красивый. На черной ткани идут белые рисунки. Знаете, как мороз. Рисунки Деда Мороза на стекле. Ткань идет у нас футер с лайкрой. Размерный ряд 48 по 58. На сайте все можно увидеть. И штанишки. Штанишки идут, так, у нас немного заужены. Прострочка. И штанишки у нас на резиночке. Это спортивный костюм или костюм для прогулок. Я его так называю. Еще что хочу сказать, что в интернет-магазине действует акция. И это очень приятно. Если вы оставите отзыв на сайте или на сайте отзывов и получите скидку 2% на следующую покупку. Каждую неделю за лучший отзыв отправляют по 100 рублей на телефон. И если вы снимаете короткий видеообзор о продукции с указанием ссылки на сайт, 1000 рублей вам идет купон. При заказе изделий вам обязательно будет положен презентик. Всем презентик разный, поэтому заказывайте и увидите, что вам производитель, интернет-магазин, вернее, пришлет, какие подарки. Вот у меня тут есть подарочки. Да-да-да. Очень приятно, спасибо. Туника вискоза. Очень приятная на ощупь. Она удлиненная. Идет свободная. Но если вы хотите, чтобы она была вам по фигуре прям, нужно заказывать размер в размер. Если вы хотите, чтобы она все-таки была свободной, как и должна быть, в принципе, туника, обязательно на размер больше. Вещи немного маломерят. Маломерят как раз на размер. Принт восточный. Мне очень она понравилась. Я вам рекомендую ее купить. Не обязательно на лето, так как уже август. Но можно купить и ходить дома, пойти в гости, потому что сейчас уже скоро включат отопление и будет в квартирах жарко. В теплые вещи, допустим, сидеть, пить чай будет не очень-то удобно. А вот как раз в туничке с коротеньким рукавчиком сходить в гости будет очень удобно, посидеть, чай попить. Такая удлиненная, можно с любыми джинсами по цвету одеть, можно, так как здесь переливы идут черные с синим, с джинсом, можно и черные штанишки под нее, можно и джинсы, можно и темно-синие брючки, очень даже хорошо. Как себя поведет туника после стирки, я обязательно сниму отдельное видео и покажу вам изделие после стирочки. Мне нравится. Туника называется Тунис. Сразу очень хочется поехать в отпуск. Ну и замечательный такой, можно сказать, восточный, тунисский расцветок и рисунок.
туника удлиненная с разрезами с двух сторон. Также можно ее одевать брюки темные, синие, бежевые, даже цвет морской волны. Очень разнообразная палитра, и можно подобрать обязательно хороший низ расцветки. Замечательный рукав, он не длинный, не короткий. Обработочку я все вам показывала. Здесь идет шнуровочка. Шнуровочку можно не завязывать на бантик, а можно и завязать на бантик. Шнурочек хорошенький, хорошего качества. Все замечательно. Кстати, хочу сказать, что я ее буду носить как тунику, но вам могу рекомендовать, кто смелый, смелые девушки, могут одевать ее и как платьице. Она выше колена, вот на столечко. Можно одевать ее как платьице. Можно одевать и под шортики, и под бриджики, но я буду ее носить именно как туничку. Смотрится она очень хорошо, свежо, приятно, и я думаю, в ней не будет жарко, потому что она очень тонкая, очень. Качество ткани замечательное. Такую туничку я вам обязательно рекомендую, на сайте она в двух цветах. В таком сиреневом цвете и в бордовом. Вот низ рисунок еще есть в бордовом, здесь беж также. Рекомендую, потому что мне очень понравилось. Тоненькая, приятная и очень такая рисуночек интересный. Спортивный костюм или костюм для отдыха. Замечательный костюм. Он был в одном цвете, в черном цвете. Очень красивый рисунок идет на груди. На черном фоне идут белые, красивые такие рисунки. Мне они сразу напомнили зиму. На окне рисунок Деда Мороза. Морозит окна. Вот так и здесь. Рукава темного черного цвета. Размер прям по рукам замечательно. Ни коротко, ни длинно. Спина в темном черном цвете. Штанишки. Штанишки черного цвета. Зауженные немного, без манжета. Но очень красиво будет смотреться как в босоножках, в туфлях, так и, допустим, в спортивной обуви. Я этот костюм буду носить как прогулочный. У меня замечательные собачки Йорки, и я буду с ними ходить гулять. Как спортивный костюм я буду другие спортивные костюмы носить. Здесь как для прогулки, для отдыха. Тем более, девочки, впереди отпуск. Мы в нем еще с вами пощеголяем. Я вам рекомендую этот костюм. Иди, уже просится ко мне на ручки. Сказали, что гулять, поэтому Златик уже прям захотела. Рекомендую этот костюмчик. Почему? Потому что он такой плотненький, хорошенький. Как он поведет после стирки, обязательно вам этот заказ покажу после стирки, после носки, после стирки. Расскажу, как носится. Рекомендую, потому что очень красивый, приятный. Единственное, без карманов. Брючки без карманов и свитшотик без карманов. Но для этого у нас есть и, допустим, сумочки. Мы все, что нужно, телефончик, кошелечек, можем положить в сумочку. Правильно же ведь? Или поясную сумочку заказать. Ну что, мы рекомендуем? Рекомендую все три изделия из интернет-магазина «Текстильный угол». Качество замечательное. Единственное, что, если вы будете заказывать, вам будут подарочки в заказе кложить, будут бонусы. И хочу сказать, на размер больше заказывайте. Если вы носите 50, 52. Если 46, 48. А так, по качеству очень замечательное, все классненько. Будет повторное видео после носки и после стирки. И мы посмотрим, как эти изделия будут себя вести. Заказывайте!